Лита Арксплюй Продакшн представляет. Меня просто каждый раз, когда вот этот вещдоктор бросает эти кокосы, у меня какой-то когнитивный диссонанс. Я не понимаю, откуда эти, какие кокосы вообще? Что за наркомания? Обезьянка сидит. Не, я понимаю, что бананы должен кидать. Кокосы просто разваливаются. Не, ну это же... Не, оно прикольно, оно логично, то есть хотя бы. Ну да, на самом деле забавненько смотрится. А что он до этого бросал тогда? Он бросал черепа. Какие-то черепа, которые летали. Ну, типа, да. Это не прикольно. Каски. Кокосы это круто. Кокосы. Да, это, так сказать, китайская версия, там же черепа, вот это все. Хочу кокосового молока. Молоко, да. Молоко кокосовое. Надо кого-то напрячь, сказать, что Russian production needs coconut. Милк, coconut milk. Быстро. Так, кстати, снизу сейчас проблема будет огромная. Кейсик, вот. Там, кстати, Five Man Echo Slam. Я не понял, что сейчас произошло. Ага, на топе убивают Бёрнинга. Это было весело сейчас. А Бёрнинга убили, кстати? Нет, будет ли приганг от Бёрнинга? Очень долго он, конечно, жил. Я что не понял, что смотрю, толпа Бёрнинга бьет, и выскакивает сообщение, что 38 человек получили приз for witnessing Five Man Echo Slam, и стоит один Бёрнинг. Я все понимаю, что Valve уважают Бёрнинга как игрока, но называть его Five Man Echo Slam — это слишком. Там был один игрок, просто у него было 4 иллюзии. Вот это Бёрнинг. Блин, вы откуда? Какой Five Man Echo Slam? Если я смотрю на Феррари, он же здесь, никто в него не давал Echo Slam. Хороший. Забавно. Чак Норрис просто, действительно, Чак Норрис. One Man Army. One... Oh!